Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Гендиректор русской медиагруппы Роман Саркисов озвучил причину смерти главного редактора русского радио Юлии Лариновой. По его словам, женщина в течение 7 лет боролась с онкологией, а ее смерть, хоть и не стала большой неожиданностью для коллектива, все равно является ужасной потерей. Выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко, приводит слова Саркисова. При этом Иосиф Пригожин добавил, что главный редактор русского радио умерла минувшей ночью в одной из московских клиник. Он отметил, что женщина работала до самого конца, и все последние дни уже из больницы. В свою очередь, давно знакомая с Ларионовой певица Анита Цой поделилась с «Вечерней Москве» своими воспоминаниями о ней. «С Юлечкой Ларионовой мы уже давно были знакомы. В основном связывались по работе. Мы не были друзьями, а сталкивались по работе. Она была совсем молодая, очень умная, грамотная, ушла в расцвете лет. Очень грустно, когда уходят такие профессиональные и грамотные люди». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока.